Я согласен, пусть меня пугают так все время. Вот так талантливо, с такой выдумкой, с кучей трюков. Чего одна третья рука стоила, с ума можно сойти. А взгляд, которым Катя в середине танца наградила Максима, просто потрясающий, я не знаю, кто придумал. Хореографы или здесь больше ребячего, но это было лучшее, что я видел.